Памятник Горькому на набережной Феодоровского наконец-то обрел своего хозяина. За этим памятником раньше никто никогда не ухаживал, так как он ни у кого на балансе не числился. Теперь памятник принят в муниципальную собственность. На сегодняшний день данный памятник принят в муниципальную казну, все права на него зарегистрированы, и администрация города планирует закрепить данный памятник и прилегающую территорию за администрацией Нижегородского района, чтобы он был под присмотром, за ним ухаживали, содержали должным образом, и он радовал наших жителей.